Пешеходная улица во всем мире – это путь к мобильности жителей. Больше ходить пешком вместо личного, чаще выбирать общественный транспорт, пробовать новые маршруты или альтернативные транспортные средства – к этому призывают организаторы Европейской недели мобильности, тем более в год экологии. Организаторы призывают главным образом отказаться от автомобилей. Наш город тоже стал участником недели мобильности, как десятки других городов, теперь уже не только на европейском континенте, но и по всему миру. Становятся ли жители Новосибирска мобильнее? Поговорим далее. Европейская неделя мобильности в Новосибирске. Что за мероприятие? Мы пытаемся перейти от дискуссии противостояния, например, пешеходов и велосипедистов против машин. Ведь сейчас уже личный автомобиль не соответствует этому требованию, потому что горожане стоят в многокилометровых пробках. И поэтому, присоединившись к Европейской неделе мобильности, мы хотим поговорить о том, что городская среда и мобильность в ней – это совокупность и автомобилей, и общественного транспорта. Мы в конечном итоге все равно все пешеходы. Мы выходим из машины, мы идем пешком, мы выходим из общественного транспорта, мы идем пешком. Изменилось ли что-то за последние годы в транспортной системе города и в сознании горожан? Уже автомобилисты говорят о том, что им некомфортно передвигаться по городу, и нужно как-то изменять. И расширение дорог, и увеличение парковочных карманов не способствует улучшению комфорта горожан. Это большое достижение. То есть мы как раз переходим к тому, что обсуждаем модернизацию общественного транспорта, введение альтернативных видов транспорта, как, например, велосипед. Я думаю, многие бы автомобилисты стали в будни, в часы пик, скажем, пользоваться общественным транспортом, если добавить там выделенную полосу и комфортный пересадочный тариф, который бы позволял экономить при пересадках, да, это бы еще увеличило пассажиропоток. Улица Ленина тоже такой проект, который в это лето стартовал. Интересный эксперимент. Какие результаты в общем и целом принес? Есть ли какие-то у вас исследования? Мы проводили исследование социологическое. Был красный факел, это несколько баров и кофейн было разной ценовой категории, чтобы разных людей охватить. И опрос показал, что на самом деле на улицу Ленина приезжает на автомобиле всего лишь 22%. Практика показала, что улица Ленина востребована пешеходами как место воскресных, выходных, как культурных мероприятий. Это только увеличивает нашу мобильность. Например, в Таллине сделали общественный транспорт бесплатным для людей, зарегистрированных в Таллине. То есть люди думают, что они экономят на проезде. Это увеличивает их подвижность. То есть, ну, а что мне стоит поехать, если я еду бесплатно? Соответственно, еду в кафе чаще и чаще трачу деньги на кофе, да, потому что я экономлю их на проезде, трачу здесь. И, соответственно, косвенно муниципалитет Таллина получает на обслуживание транспорта через налоги значительно больше, чем напрямую от оплаты проезда. То есть вот могут быть какие-то такие механизмы, еще подстегивающие мобильность, но уже сейчас, вот на примере Ленина, очевидно, что новая культурная площадка подстегнула людей ездить по городу в выходные дни, в том числе на общественном транспорте. Спасибо за полезную информацию. Спасибо большое.